Кызыле стартовала акция «Внимание, пешеход». За два месяца этого года на территории города зарегистрировано 7 наездов, в результате которых пострадали 8 пешеходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель снизился на 60%, когда было совершено 18 дорожно-транспортных происшествий. Однако с начала марта этого года в Кызыле в ДТП погибли 2 человека. В условиях гололеда водителям необходимо снижать скорость движения автомобиля, увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства, стараться избегать маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения. Утром и вечером, а также в темное время суток при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам необходимо максимально снижать скорость и быть предельно внимательным. Пешеходам перед тем, как выходить на проезжую часть, следует убедиться, что водитель вас видит и готов остановиться. В первый же день профилактического мероприятия сотрудники госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 19 водителей и 4 пешехода. Также задержан водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения, и один водитель, управлявший авто, не имея такого права. У нас оперативно-профилактические мероприятия идут. Внимание, пешеход! Вечером и днем у нас гололед. Повнимательнее, водитель. Маневры резкие не совершайте, соблюдайте дистанцию. Как отмечают сотрудники ГИБДД, далеко не каждый пешеход знаком с правилами дорожного движения. Соблюдение ПДД может уменьшить вероятность аварий.